Всем привет, дорогие зрители! В районе Махмутлар в хорошем проекте около моря продается 1+1. Проект был сдан в 2015-2016 году. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, ухоженная территория. Недалеко от субботнего рынка. Огромный балкон. Этаж пятый. Здесь гостиная. Полезная вся площадь у квартиры вместе с балконом 53-55 квадратных метров нетто. Так, арчелик. Бытовая техника. Кондиционер. Не могу увидеть, что за фирма. Так, здесь санузел. Душевая кабинка. Так. И спальня. С выходом на балкон. Западная сторона. Сейчас покажу инфраструктуру. Два лифта. Это первый лифт. Сделали сетку, чтобы если вдруг дети кто-то упадет. На каждом уровне есть, вот там сетка есть, каждые три этажа. Это редко можно увидеть в Алании. Вышел я в лобби. Там детская игровая комната. Сауна. Хамам работает во вторник и субботу с 9 до 9 вечера. Хамам. Вот сегодня суббота, работает тепло внутри. Можете вызывать массажиста. Здесь есть массажная комната. Сауна. Душевые кабинки. Тут зона отдыха. Тут массажный кабинет. Здесь тоже, кажется, массаж. А вот здесь делают массаж. Я несколько раз был тут. Видел, как массаж делают клиент, людям, кто здесь живет, когда снимал квартиру, ролик. Так, здесь у нас скрытый бассейн. Вот он. Работают зимой. Фитнес-зал. Работают тут. И выходим на бассейн с горками. Есть беседки. Вот. Фасад здания. Хорошая локация. Центральная часть Махмутлар, около башни часов. До моря максимум 230 метров до воды. Зонтики, шезлонги, айдат 700 лир в месяц. Две беседки. Есть интернет на территории. Детская игровая площадка. Бар. Так, а здесь детская комната. Как говорил, один из хороших комплексов в районе Махмутлар. Итак, здесь территория, вход, открыта парковка снаружи, генераторы есть, парковка для велосипедов, мотоциклов. Так, цена, дорогие зрители, 1+1, 123 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агасис, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.